В Казанском федеральном университете пройдет 7-й международный форум по педагогическому образованию ИФТ-2021. Подробности далее. Ежегодно форум собирает вместе ученых в области педагогического образования для обсуждения проблем и тенденций образования. В рамках ИФТ-2021 состоятся круглые столы с экспертами Российской академии образования и научно-практические конференции на темы «Учителя для детей с особыми образовательными потребностями», «Траектория образования в эпоху экстремальных явлений», «Подготовка учителя-воспитателя в 21 веке». В этом году у нас огромное количество участников, ровно в два раза больше, поэтому можно сказать, что это ИФТ в квадрате. Это вызов для всего Казанского федерального университета, но мы с ним достаточно умело справляемся. Мы срабатываем вместе с несколькими структурными подразделениями в этом проекте. Это и Институт филологии и межкультурной коммуникации. Они будут организовывать день форума 28 мая на своей площадке. 25, 26 и 27 мая форум пройдет на площадке Института психологии и образования. В этом году форум впервые пройдет в смешанном формате. Участники смогут присоединиться к дискуссии очно в Казанском университете и онлайн на платформе Microsoft Teams. В качестве спикеров выступят представители Казанского федерального университета, Оксфорда, Гарварда, Глазго и других престижных вузов, входящих в сотню лучших университетов мира по данным рейтинга QS. Мы всегда были заинтересованы в привлечении зарубежных коллег. Наша активная позиция по международному сотрудничеству, участие в ведущих конференциях мира. У нас плюс 5 новых исследовательских групп. Образование в университетских школах тоже новая исследовательская группа. И там представлены специалисты, которые трудятся в лицеях нашего университета. С полной программой форума можно ознакомиться на сайте Казанского федерального университета. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Универ Ньюс.